некоторые населенные пункты перенасыщены взрывоопасными предметами. Вооруженные формирования Украины разбросали противопехотные мины «Лепесток» по территории Донецка и других городов республики. Фугасная мина может травмировать и даже искалечить человека. В настоящее время специальные службы принимают все необходимые меры по разминированию. Будьте внимательны и осторожны. Смотрите под ноги. Не наступайте на незнакомые предметы и не трогайте их руками. При обнаружении взрывоопасных предметов звоните в МЧС по номеру 101. Внимание, граждане! При артиллерийском обстреле необходимо спуститься в укрытие. При его отсутствии спуститесь на нижние этажи. Чем ниже, тем лучше. Не пользуйтесь лифтом. Найдите самое внутреннее помещение. Желательно, чтобы все стены помещений были несущими. Если все комнаты внешние, выйдите на лестничную площадку. Ни в коем случае нельзя находиться напротив окон. В выбранном месте необходимо сесть на пол у стены. Надежное укрытие, подземные переходы, широкие трубы водостока, подземные хранилища и паркинги, смотровые ямы СТО, глубокие подвалы под домами старой постройки, где есть два выхода, цокольные и подвальные помещения зданий и сооружений. Во время обстрела категорически запрещается бежать к зданиям, особенно если они из стекла и металла. Не поднимайте с земли никаких незнакомых вам предметов. Ракета или снаряд могли быть кассетными. Поэтому при начавшемся артобстреле не впадайте в панику. Отсутствие подготовки и несоблюдение элементарных правил – огромная опасность, которой можно избежать. Авторитетно, достоверно, оперативно. Радио «Республика». Первое информационное.